Гарри Табах, военный эксперт, капитан первого ранга. Гарри, здравствуйте. Шалом, Израиль. Здравствуйте, шалом. Здравствуйте. Вы, я так понимаю, сейчас находитесь в США? Да. США, вернее, Пентагон очень хорошо предсказывал ситуацию и до российского вторжения, и по датам, и по всему. И сейчас, судя по всему, обладает очень серьезной информацией о том, что происходит. Но вот с этим ракетным крейсером «Москва» все как-то не очень понятно. То ли затонул при буксировке, то ли затонул во время шторма, то ли погиб экипаж, 54 человека спаслись, то ли спаслось гораздо больше, то ли «Нептун», то ли «Гарпун». Проясните, пожалуйста, ситуацию. Как это все произошло? И вообще, почему такая чудесная, замечательная система вооружения дала сбой? Ну, я поговорю про крейсер «Москва». Да. Ну, во-первых, я не знаю, о чем вы говорите, потому что Пентагон первоначально сказал, что Украина падет за 72 часа 96 часов. Потом генерал Милли вышел через несколько дней и сказал, что война будет долгая. Так что 17 наших разведывательных организаций, которые стоят миллиарды долларов, нам, видимо, не могут предсказать точно или анализировать точно, что происходит в Украине, не смогли это сделать. Теперь Пентагон и все остальные Пентагон почему-то, когда Польша решила дать МИГи Украине, чтобы они могли прикрыть свое небо, да. Госдеп сказал, да, Пентагон вдруг у нас стал участвовать в политике и сказал нет. Но я думаю, что они выражали желание Белого дома больше, чем, потому что Пентагон не имеет никакого права высказывать свои политические взгляды, кому что давать и когда. Кроме того, что они должны дать люлей, когда им приказывает политический эстаблишмент. Вот, поэтому не совсем. Сейчас вроде бы ленд-лиз Сенат проголосовал, да, на ленд-лиз. То есть мы должны давать Украине все, что возможно и для победы, как для победы над фашизмом. Такой пример. Потом на следующий день должен был проголосовать Конгресс, и президент должен был подписать, но это же ленд-лиз, это же необходимо, это срочно. На Украине идет счет на часы. Но госпожа Пелоси просидела всю пятницу, видимо, у нее шаббат начался рано, и не дала это Конгрессу. Конгресс не проголосовал, они ушли на 2 недели в отпуск. Вот вторая неделя сейчас у них заканчивается. Это уже откладывается на 2 недели. Но президент мог указом президентским, в принципе, это подписать, а потом задним числом Конгресс бы проголосовал. Так у нас часто бывает. Но президент тоже не подписал. И сидит, ждет, пока Конгресс проголосует. Хотя Сенат проголосовал. Поэтому мы видим, что Белый дом сегодня, я не знаю, сколько я уже могу говорить, наверное, никто не хочет это слышать. Да и никто это не говорит. Все остальные журналюги, эти политологи, все эксперты, они говорят, ну, трампист, что с ним говорить? Ну, еще раз, если сегодня кто-то не понимает, что происходит, или на чьей стороне белый дом, ну, что уже сейчас доказывать? Это потому что, еще раз, сегодняшняя администрация Украины, Соединенных Штатов Америки, не друг Украины и не друг Израиля. Вы видите, что у вас происходит уже 1.5 года с прошлого января, как только пришла наша новая администрация в Израиле. Но у вас тоже силы, которые говорят, нет, администрация Байдена делает все правильно, а вот администрация Трампа, это было ужас какой-то. Гарри, так что это... Да. Гарри, сейчас я перейду ко второй части вашего. Насчет крейсера «Москва». Ну, во-первых, Москву надо сжечь, чтобы спасти Россию. Понимаете? Логику, ну, скажем так, я понимаю, но ваши доводы из чего истекают? А это не мои, это Кутузова. Кутузов сказал, окей. Москву надо сжечь, чтобы спасти Россию. Вот. Ну, вообще, даже я думаю, что Кутузов этого тоже не говорил. Наверное, это сказал все-таки Барклай де Толли или еще кто-то не, ну, из профессиональных военных, но не из русских.
потому что русский дух, он не мог такого сказать. Тогда просто вот. Не уточнили, какую именно Москву, чтобы, и какую именно другую. Россию. И, да. И ту, и другую. Ну, всего, знаете, Владимир Владимирович Путин, он очень верит в символы. Вот Сталин был намного умнее в этом. Он не разрешал корабли называть именами героев или там городами. Вот потопили Москву. И представляете, если бы потопили крейсер «Сталин», что бы с этими людьми было, да? Вот. Ну, не досмотрели, поэтому, не досмотрели. Да. Шо, но это она утонула. Не бывает. Вооруженных Почему утонула? Такого, в вооруженных силах такого. Ее потопили. Вы знаете, я вот недавно сделал передачу, и я сказал, люди реагируют на... Заглавки. Я написал, на борту Москвы было предательство, измена и диверсия. У меня в 10 раз было больше просмотров. Да? Неважно, я мог дальше придумывать. Я мог говорить, да, там был заговор, там была диверсия, туда запустили агента Моссада, который подкупил капитана, капитан оказался евреем. И миллион бы просмотров было. Я бы напридумал историю, пойдите докажите, что это не так, потом бы я следующую придумал. Ну вот в основном комментаторы, которые говорят, что они знают, как ее потопили, они знают, когда она, сколько спаслось людей, как она утонула, куда ей были удары, чем они были удары. Это догадки. Знают правду несколько человек. Но смотрите, если даже я знаю человека, который создал эти ракеты «Нептун», у меня даже с ним было интервью, я был на борту «Москве» много раз, когда еще она называлась крейсером «Слава». Ага. Да, да, на крейсере. Ну, я был и в «Москве» много раз, я там родился. Ну, да, кстати. Понятно. Я там и там был. Да, много. И я вам скажу, что эти ракеты, которыми как бы подбили, опять же, это тоже мои догадки, мы точно никто не знаем. Я не думаю, что это было сбито гарпунами, хотя гарпуны вот вопрос, не могли его подбить. Потому что гарпуны, Британия доставила гарпуны, гарпуны — это американская ракета, но системы пуска еще нет, насколько я знаю. В Украине система впуска пока, или к тому моменту еще их не были. Поэтому гарпунами, наверное, не могли бы ударить по нему. Значит, наверное, ударили еще пока что экспериментальные ракеты «Нептун». Это ракета, в принципе, советская, старая ракета, которую украинские головастики донесли до ума, довели до ума. Но это все равно не какое-то супероружие, которое там гиперзвуковое или... То оно, по-моему, даже дозвуковое такое ощущение. Да, дозвуковое, конечно. И оно, эта ракета не меняет траекторию. Эта ракета нажала, она летит и попадает... А как же три системы Москвы не смогли отловить вот эти две низколетящие ракеты? Вот они или не работали, какие-то из них, или их заглушили, или операторы были пьяные, или халатность, или вот это русское бравадо, что авось все пройдет. Подвели, почему корабль так близко подошел к берегу, непонятно. Почему корабль встал в такую позицию, к берегу. А вот эта вот версия, тому, что Байрактар смог добраться до РЛС. Возможно, это тоже возможно. Возможно. Сейчас говорят, что какой-то американский самолет неподалеку был, летал. Слухи ходят, кто-то, как он тонул, то ли его буксировали, то ли он сразу затонул, кто ли спасся кто-то не спасся. Опять же, никто толком не знает, кроме нескольких людей. Мы все можем только догадываться. Вот сделаем большой сейчас заголовок. Я вам сейчас расскажу интересную историю, как все это происходило. И Но как вот Моссад этот в этом строй. Участвовал. Вот и, этот... будет, и будут у нас очень много людей будут слушать. Поэтому надо, суть все равно такова. Украина потопила уже не первый корабль. Первый был «Саратов». Большой десантный корабль. Они это все там неграмотно сделали. Почему это было сделано расследование? Тогда еще надо было уволить или застрелиться командующему Черноморского флота. Теперь флагман. Суть того, что украинцы смогли его потопить. Как и чем, ну, мы можем догадываться. Опять я могу рассказывать интересные вам истории. То есть у нас факт есть. Он потоплен. И то, что мы видим на картах, это действительно возле Змеиного на дне лежит что-то металлическое. Да. И он потоплен. Это, конечно, несложно. Я не знаю, какая там глубина.
Если на нем были ядерные заряды, это вот, чрезвычайно опасно. Если это было, мы не знаем, были они или нет. Я надеюсь, что россияне выйдут и честно скажут. Ну, надежда это очень слабая. Они никогда не честно говорят. Ну, окей. Никогда не говорили, да. Поэтому, но тогда создастся, конечно, экологическая катастрофа в Черном море. Они ее создадут. Но это для них не впервые. Там Чернобыль и все остальное. Лошарик. На ваш взгляд, Курск. Тот строй солдат, который видели, вот это могла быть постановка? Или это действительно моряки с, Москвы? Я думаю, что это постановка. Опять же, я не знаю, это догадки вы меня спрашиваете. Я не знаю, но я думаю, что это постановка, потому что моряки выглядят очень чистыми, непобитыми, без синяков, без нерван. Если бы они мне показали, они хотя бы их могли приукрасить как-то там, да, сделать какой-то фейк. Русские не могут ничего толком сделать, включая фейк. Вопрос еще состоит в том, что... Я не думаю, что спаслись кто-то, потому что это была все-таки ночь. Вот этот корабль, который показывает, что тонет сейчас. Вот, ну да, там он горит, да. Вокруг него то ли буксир, то ли не буксир, с двух сторон. Нет, да. Ну там он тонет, и тонет, корабль есть, снимают сверху, это днем. Это не Москва, и это затапливают мишень. Нет, вы говорите о том, что попала ракета, а там есть, когда он горит, и со стороны левого борта, где-то примерно в первой трети, есть вот эти два попадания, он заваливается на бок, и это точно Москва. Ну, да. Может быть, это точно Москва. Опять же, сегодня видео можно сделать какое угодно. Угу. За 2 часа, где стояла Москва, как там оказались турецкие корабли, я не знаю, возле этого острова, как там оказались румынские корабли, я не знаю. Это, опять же, все догадки. И этому видео могли создать, вы знаете, мультики у нас любят, особенно Владимир Владимирович. Опять же, факт тот, что он горел, Москва горела и тонула одновременно. Спастись, если кто-то и спасся в этой воде за такое короткое время. Опять же, это было ночью. Большинство команды спало в трюмах. И в такой панике команда явно не натренированная борьбы за живучесть с пожаром. Это вечная советская проблема. У нас каждый день на корабле тревога, пожар. И идет, все начинают бороться с пожаром. Ночью, днем, каждый день у нас тревога. Ну, я утрирую, конечно, но это очень часто. Точно так же, как и в зданиях, близнецах, в том, в котором спаслись почти что все, там была тревога частая, что пожар. Были надо эвакуировать. Подготовлены. А в том, который как раз позже, второй, в который ворвали, там большинство, там почти что все 3000 и погибли, потому что они не тренированные были. Гарри, вот. Я еще вас хотел спросить про флагман. Сейчас я хочу только, я сейчас хочу, да, вот флагман. Я хочу вам только сейчас еще одну мысль закончу, а потом отвечу на любые вопросы. Смотрите, теперь, я думаю, конечно же, должны быть идти по трибуналу командующие и военные, которые и там командуют флотом, командиры разные, снабжение. Понятно, что там было воровство, там была коррупция. Он только что прошел ремонт капитальный, этот флагман. Почему он там был, как он там был без прикрытия, как это его могли сразу так погасить, и он был слепой. Все эти вопросы должны задаваться и расследоваться. Да? Вот помните, они пугали нас, что над Куком пролетела какая-то ржавая банка советская, заглушила наши, сделала корабль слепым, и так все перепугались, дали все в отставку. Ну вот, видимо, те матросы, которые сейчас шли на дно с Москвой, они бы, наверное, лучше бы шли, куда их посылали с этого острова. Но теперь надо с нашими разобраться, с американцами. Ну и даже, может быть, и вас, израильтян, тоже привлечь к этому. Этот корабль был создан для того, чтобы уничтожать наши авианосцы. Не просто наши авианосцы, а авианосные группы. Это был самый страшный корабль для американского флота, который уничтожить был должен американский флот. Вот этот русский крейсер должен был уничтожать авианосец? Не авианосец, а всю группу, авианосную как? Группу. А вот у него ракеты такие были, у него такая... Вот это была его миссия, это он был создан для этого. Уничтожать самолеты с авианосца, вот этими С-300, уничтожать американские авианосцы, и даже если нужно,
с тактическим ядерным оружием уничтожить всю нашу группу авианосную. К этому кораблю нельзя было ни подойти американцам, ни подлететь, ни уничтожить его. Это был непотопляемый корабль непобедимой армии Великой России. Понимаете, что это такое было? Вот наша разведка докладывала, что это примерно такой корабль класса «Слава», который такое может сделать. Вот он предназначен для этого. Поэтому нам нужны были авиация на авианосцах серьезная, которая глушила бы это. Нам нужны были ракеты, нам нужны были эсминцы, нам нужны были фрегаты, подводные лодки, нужны были которые украинцы. Охраняли наши авианосцы. Миллиарды и миллиарды долларов. А оказалось, что этот корабль можно очень просто потопить двумя не совсем современными ракетами украинского производства. Вот пусть теперь наши разберутся, на что мы потратили миллиарды долларов. Опять же, русские нас ввели в заблуждение, что у них какая-то супервафля есть, которая может уничтожить наш флот. Гарри, вот у меня вопрос, кстати, касающийся всей войны в Украине. Вот есть одна из версий, что Америка поставляет Украине оружие, скажем так, оборонительное, но не для контрнаступления и не для быстрой победы над Россией. А партизански обороняться долго может Украина, истощать Россию, и, в принципе, Америка может быть заинтересована в том, чтобы украинскими руками истощить Россию, ослабить максимально, уже там санкции начнут работать. Есть вот эта версия основания? А зачем это делать долго? Долго — это Россия, время перегруппироваться, продолжать воевать. Больше шансов, что она тогда уничтожит Украину. Зачем это продлевать? И у России тогда он психанет когда-то и использует ядерное оружие. Почему ему сразу не сломать хребет, как только это началось? Почему сразу не ввести санкции? Если вы знали, что будет война, в том-то и мы определились. Зачем уводить наше посольство из Киева и все остальные, открывать дорогу ему, приглашать его туда? Зачем урезать бюджет Украине военный? Зачем посла так и не послать в Украину? Никогда не а на ваш это взгляд, на ваш взгляд, почему это происходит? Потому что, потому что в Белом доме сегодня нет друг Украины, который не хочет, чтобы Украина существовала. Потому что там была вся партия или вся их банда замечена в коррупции. Но подождите, если он не друг Украины, то тогда напрашивается, что он друг России, Путина? Да, но пока что все. Снять санкции с Северного потока, это что... противопутинское, то, что наложил Байден на санкции на Северный поток, этот снимает. Поднятие цены на нефть, то есть закрыть. Россию можно заглушить сегодня. Сегодня можно ее закрыть. Просто перестаньте покупать у нее нефть. Каждый день в России до сегодняшнего дня поступает миллиард долларов за нефть. Каждый день. Да, ну хорошо, Китай будет там продолжать. По-моему, Китай уже отказывается. А Соединенные Штаты Америки, Европа продолжает это делать. Не послать туда посла. Все движения, которые были сделаны, сказать, что если это будет война не очень большая, это одно. А если большая, то другое дело. То какие санкции, то потом санкции. Заранее ничего делать. Оружие, которое просит президент Зеленский, не давать. И сегодня, опять же, Конгресс сидит, а Конгресс не проголосовал. Все равно ленд-лиз, который не Белый дом, а Сенат, народ американский уже проголосовал, чтобы помочь Украине выстоять, все равно на этом сидят. Да, давалось оружие для партизанской войны, как вы говорите. Да, начальник нашего объединенных штабов, генерал Милый, выходит и говорит, что продержится 72 часа или 90 там сколько часов. Потом выходит и говорит, война будет долго. Где вы видите эти дружеские взгляды? Но люди любят ушами. Он назвал Путина убийцей, военным преступником, геноцид назвал в Украине. Сейчас он назвал геноцид. А оружие где? Где? Да, посылается, но посылается очень медленно и очень мало. И очень не вовремя. А он назвал. А Трамп из чади ада, он называл Путина хороший парень, там и сильный лидер, и глаза там где-то опустил, когда с ним разговаривал. Все, он не годится. Хотя это Трамп давал сразу же летальное оружие, на которое наложили. Но мы уже переходим здесь, скажем так, вот возможность-невозможность. Политики в истории такого не бывает.
А это никто слышать не хочет, и все продолжают одно и то же. Байден делает все правильно, Байден нам дает оружие. Гарри, это же украинские журналисты говорят, дает больше, чем нужно. Очень опять, интересная это говорю, тема. Смотрите, это говорю не я. Это говорю не я, это говорят все военачальники Соединенных Штатов Америки. Я бы очень с вами хотел обсудить позицию ваши... Трампа, потому что это крайне интересная позиция. Вот, но я боюсь, что нам нужен большой развернутый на это время. У нас сейчас мы рамками программы ограничены. Да. В эфире «Лучшего радио» был Гарри Табах, военный деятель и капитан первого ранга. Это из США. Спасибо вам, Гарри. Шалом, мир дому вашему. Да, вам тоже.